является моим летописцем практически. Она знает все песни, которые даже я не помню, что я пела когда-то. Вот, у нее сейчас появилась еще коллега и соратница из Санкт-Петербурга. Есть еще Даша, которая тоже на все концерты ездит за мной. В каком бы городе я ни появлялась, Даша там всегда. Вот эти мои подруги, они там сидят за столиком, мои друзья. Я очень рада, что они у меня есть. Вот если кому-то понадобится на концерт мне какую-то песню, чтобы я спела, вы заранее, Настя ведет мою группу ВКонтакте, вы заранее ей туда напишите, и она мне до концерта, по крайней мере, напишет, что будет нужно спеть вот эту песню, просили, и распечатает текст. Ну или я сама распечатаю. Вот, так что пишите, сегодня будут другие песни. На самом деле, друзья — это великое дело с друзьями. У меня их немного, но они настоящие. Мне не повезло с тем, что часть моих друзей давно уже живут в других странах. Мои подруги детства живут в разных странах. И, к сожалению, мы очень редко с ними видимся. Но если мы вдруг не разговариваем там по WhatsApp или по еще почему-то, там полгода, в день рождения всегда мы знаем, что мы друг у друга есть, мы друг друга поздравляем. Мне без них грустно, но радостно, что есть друзья, которые приходят сюда, в гнездо глухаря. Но это всегда, на самом деле, люди не случайные. Это люди, которые мне дороги, это люди, с которыми жизнь меня вот пересекла и тесно связала. Я счастлива, что они у меня есть. К сожалению, есть уже потери в этих рядах. Некоторые люди, которые мне очень дороги, неожиданно, нежданно ушли из жизни. И их очень не хватает. Я сейчас хочу вспомнить одного такого близкого моего друга, без которого мне действительно очень сейчас грустно, как-то иногда хочется в каких-то ситуациях говоришь, вот если бы он был жив, вот он бы точно вот так вот сказал или так-то сделал. Это, знаете, такие ориентиры в жизни. Очень теплые, очень притягательные и очень надежные, которые все равно в сердце остаются. Но я очень рада, что пришла его жена Ирочка. А речь идет о Леночке Сергеевне. Вот я хочу его вспомнить вместе с вами и спеть одну его песенку. Апрель и май, день, неделя, год. Здравствуй, прощай, все наоборот. Без причины смех, горе не беда. На глазах у всех раз и навсегда. Тихий звон часов в комнате чужой, сотни голосов, затерялся мой. Март, апрель и май, радость и печаль. Здравствуй и прощай. Март, апрель и май, кружит лист календаря, темной ниткой шит праздничный наряд. За одним столом радость и печаль, вместе пьют вино, кружками стуча. Лист календаря медленно кружит, я стараюсь зря вместе не сложить. Март, апрель и май, радость и печаль. Здравствуй.
здравствуй и прощай, март, апрель и май. Судьба с Леной Сергеевым. В его день рождения 30 марта, это день рождения моего сына, вот, а песня «Март, апрель и май» как будто вот доводит меня до моего дня рождения от их дня рождения. Спасибо Ленечке за то, что он был. Будем его петь, будем петь всех наших друзей. И грустить от того, что они уходят, но радоваться тому, что они с нами все-таки остаются. Самые гениальные слова по этому поводу сказал один великий поэт. Я его считаю великим, на самом деле. Просто, может быть, через какое-то время и другие это поймут, но я уже сейчас это знаю. Вадим Егоров. Переформатировала мое выступление. Я думал делать по-другому, но это святое. В 80-й год один за другим уходят два ужасно для меня как бы важных человека, абсолютно несовместимые. Это Высоцкий. А через месяц уходят, повторяю, несовместимые, но для меня мои. Это Дассен. Обоим по 42 года, оба на пике славы, у обоих не выдерживает сердце. Я написал тогда песню, и она заканчивалась таким четверостишием. Этой жизни, пройдя полкруга, в ожидающем нас несведущем, пишем песни на смерть друг друга и не знаем, кто будет следующим. Теперь я знаю, следующим был Висбор, а потом пошло. И вот из недавних потерь, тяжелых для нас, по-настоящему, это Леня Сергеев. Я просто вспомнил два куплета из одной своей старой песни. Много-много лет тому назад ты вышла на конкурсе в московском авторской песне, ну, какой-то 86-й, вот что ли. Какой? 79. Я уже тогда был, да? И вот она спела,
И не было у жюри, а я, по-моему, тогда вроде бы возглавлял, да? У жюри не было уже вопросов, кто первый, кто второй, кто третий. Она спела и получила высшую награду. И этот чудный голос, вот он уже тянется, как такая, как золотая нить. Ой, страшно подумать. Ну, почти полвека, Галка, извини. И я долго думал, что мне сегодня спеть. Во-первых, я хотел прочесть тебе одно стихотворение, оно маленькое. Но я помню, что я им закончил свое выступление год тому назад в этом же зале на твоем дне рождения. Я хочу его повторить, как бы глядя, я не вижу, где ты находишься, прожектора. Вот она я. Ты моя родная. Я села, да. Чтобы ты меня видишь. И я ей взял и признался в любви, замечательной, высокой такой, платонической любви, в четырестейших. Грехами спутан и обвит, пред смертью злючий, я признаюсь тебе в любви, на всякий случай. Успевший столько песен спеть, в дыму оваций, спешу, ведь можно не успеть в любви признаться. В осетлом ли кочевом пути познания нет драгоценней ничего, в любви признание, я признаюсь, а ты лови, как снег, как лучик. Я признаюсь тебе в любви. На всякий случай. Галя сегодня началась. Да, кстати, вот прошел год, ничего не изменилось. Прошел год. Я все думал, вот с чего мне сегодня начать это выступление. Ну, не выступление, а выход на 10-12 минут. И я хочу все-таки это сделать. Ты начала сегодня выступление с Акуджавы. У нас совпало. Мы с Галей видимся, ну, не часто. Нормально, у каждого своя жизнь, свои проблемы, семьи. Но есть месяц, в котором мы с ней всегда видимся. Дважды. Вот, да, напомню, как место встречи изменить нельзя. Мы встречаемся здесь, но дважды. Потому что 30 мая мы встречаемся на ее дне рождения, а 7 мая мы встречаемся на моем дне рождения. Но есть еще один день, на который мы не встречаемся. Но он для нас, имеющих отношение к этому жанру, безумно важен. Это 9 число. Честно скажу, для нас, к жанру имеющих, в первую очередь он важен как день рождения Акуджавы. А 100 лет – это вообще, это за предел. И я хотел сегодня спеть, и я спою, я решил ее спеть. Я надеюсь, что мы споем ее вместе, потому что я, ну, почти не сомневаюсь, что некоторые из вас эту песню знают. Есть вот такая песня, она посвящена сверстникам Акуджавы. Больше того, его одногодкам. Это тем ребятам, которые в 41-м, в 17 лет, Акуджаве было 17 лет, они, кто-то ушел на фронт, кого-то не пустили, потому что еще не было 18 лет. Акуджава, он пошел в военкомат, его не приняли из-за возраста, но он дождался 18 и пошел. И слава Богу, его ранило чуть на второй месяц и комиссовали. И я так рад, что Веста Висина. Вестуля, а? Я так рад. Я вам сейчас спою песню. Я так рад, что Акуджава не стал героем этой песни. И подарил нам все то, что он нам подарил. И мы все стали богаче. Не знаю на что. Но то, что если бы не было его песен, мы бы стали немножко хуже. Немножко хуже. И вот сейчас мы с Вестой споем эту песню вместе с вами. Землей
облака плывут, как бабы, а одно. Вон то, что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо мне и тем, плывущим рядом, нам бы жить. И вся награда — нам бы жить, нам жить, нам бы жить. А мы плывем по небу, эта боль не убывает. Где же ты, вода жива? Ах, зачем война бывает? Ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? Зачем нас убивают? А дымок над отчей крыши все бледнее, бледнее и выше. Мама, мама, ты услышишь голос мой, голос мой, голос мой. Все дальше он идти. Мимо слез, улыбок мимо, облака плывут над миром, войска их не предела. Облака, 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 и нету им предела. Облака. Одно, что слово «Акуджава», оно связано и с Галей, ну и со мной отчасти. То есть мы, не оно связано, мы связаны с ним. Потому что я был на том знаменитом, уже ушедшем в историю, первом всесоюзном фестивале авторской песни, на котором был председателем жюри он, Акуджава. Я был в этом жюри. Я видел, как он ее слушал. И вот то, как без каких-то раздумий, как в свое время на моем московском фестивале, было решено на том всесоюзном, что она первая среди исполнительниц. И он ей вручил это. Что там тебе вручил, не знаю. Здорово. Перед тем, как уйти, я начал со стихов, которые я прочел в прошлом году. В конце выступления. Сейчас я прочту коротенькие, маленькие стишочки, которые я прочел тогда в начале выступления. Они были только что написаны. Надеюсь, вы их оцените. В этот день всех прочих громче славлю я Галину Хомчик. Почему? Потому что Хомчик Галя всех достойная регалий. Славь ее или ругай, лучше всех на свете. Галя. Вадим Егоров, я не хочу вас пускать. Я не хочу вас пускать, знаете почему? Мне хочется, чтобы он вас еще повеселил совершенно гениальным произведением. Мне сегодня звонил Александр Васильевич Городницкий. Поздравляю. Он всегда меня поздравляет с днем рождения. Сам приехать не может. Но у Егорова есть совершенно гениальное поздравление Городницкого. Да, вот правда, кто его не слышал, вы запомните это на всю жизнь. Он писал его на юбилей Городницкому, но это нужно слышать. Ванечка, это не твоя гитара. Я попробую. Не, вот подожди, мою гитару не трогай. Она ниже настроена. Моя. А твоя? Галя.
все вы знаете замечательную песню у Родницкого «Над Канадой». «Над Канадой». Я взял эту мелодию, собрал воедино несколько из образов из его песен. И получилась такая. Шевелюры все белее, и все призрачнее детство. Юбилей, юбилей, никуда от них не деться. Гости все уже косы, всех бутылок не осилить. Так похоже на Россию, что видать и время России. Он поет, и я не имею, с грациозностью такую. Только он один умеет так помахивать рукой и молчать, ну хоть ты тресни о своем волшебном даре, как писать такие песни. Ой, так играй на гитаре. Он для нас не день вчерашний, он грядущая неделя. Он еще заводит шашни, но я надеюсь, умолчу про имена я, но уверен, губы эти вспоминают, вспоминают жены всех послов на свете. От границы до границ подпирает всю Россию. Городницкий, Городницкий, Александр Моисеевич, ах, как бережно хранится все, что в нас с тобой посеял. Городницкий, Городницкий, Александр Моисеевич. Браво! Я вам с днем рождения, дорогие. Так же, как вот Вадим когда-то говорит, что он, там, меня кто-то открыл, мы точно так же вот эту девушку открыли на Грушинском фестивале. Она стала лауреатом Грушинского фестиваля. И, на мой взгляд, это один из самых ярких сейчас исполнителей. Потому что она, на самом деле, так поет некоторые песни, что я вот слышу, как она их поет. А до этого я много раз слышала эту песню в исполнении автора. Ну, пусть авторы не обижаются. И не замечала. А так как поет Веста Солянина эту песню, песня останется и сделает автора популярным, мне так кажется. Веста Солянина. Я ее попросила спеть мою любимую песню в ее исполнении, а какой она вторую споет, я не знаю. Пусть сама решит. Это наша Галина. Она такая. Вот. Еще хочу сказать вот что. Галочка, ты можешь меня послушать здесь, да, там, где тебе удобно. Знаете, вот представляете себе такой тембральный окраски голос, имеет такая красивая женщина, которая умеет говорить, я уже не говорю о том, как она звучит, да, она умеет просвещать, вот, это очень важно, и этот талант просветительский, она абсолютно не утрачивает, а лишь только приумножает. Галочка, с тобой никогда не тесно, с тобой всегда прекрасно, и за кулисами, и на сцене. Я бы тебя очень люблю. Здоровья тебе, дорогая. И спасибо. Давай твой микрофон, он лучше звучит. Тоже такая песня открытия. Елена Гурфинкель. Айс. Там есть Вадик, не могу. Ничто не берегло времени, а на сущном не беглось хлебе. А потом я обрела зрение. Своим крылом.
И что многие тебя ждали, я об этом наперед знала, но надежды прорастал с теми. Спасибо.
спасибо большое. Ну, вот я сейчас спою одну песенку, потом приглашу еще одного своего друга, потом мы с вами будем так громко все вместе уже в финале. А спою я песенку, которую мне приходится очень напрягаться, когда я пою, потому что я ее знаю много лет, от Виктора Семеновича Берковского. Мы ее поем в проекте «Песни нашего века» со словами, которые пел Виктор Семенович Берковский. А я, когда записывала свой диск с этой песней, я на всякий случай посмотрела стихи Булата Шалыча, потому что что-то меня напрягало в том, как мы с «Песнями века» поем некоторые стихи. И я думала, ну не может быть, чтобы Акуджава такой ляп допустил там, в рифме. Открыла Акуджаву и действительно не допустил. А Виктор Семенович просто позволил себе вольность в словах. Ну вот ему так больше нравилось, ему его так больше грело. Но я как дисциплинированный исполнитель, я пою, когда сама одна эту песню, я пою то, что написала Акуджава. А когда с хором «Песни нашего века», то, что пел Берковский. И как поет хор. Вот, поэтому мне немножко трудно ее петь, но пою, предваряя появление на этой сцене Мехмата МГУ. Потом скажу поподробнее. Булат Акуджава, Виктор Берковский, «Божественная суббота» или «История о том, как нам с Зиновием Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться». Божественной субботы хлебнули мы глоток, от празднеств и работы закрылись на замок. Не суетная дама, ни улиц мельтешня, нас не коснутся зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз, на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут заботы, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Та-ра-на-ра-ра-ра-ра, ла-ра-ра-ра-ра-ра. Уже готовит старость свой непременный суд, а многое нам досталось за жизнь таких минут. На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Ликуй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши, пока течет он грешный, неспешный мир души. Дыши, мой друг, свободы, кто знает, сколько раз еще такой субботы. Еще такой субботы, божественной субботы, наш век одарит нас. Спасибо. Я прихожу на сцену как человека, который больше 20 лет стоял на сцене, играл, аранжировал, пел вместе с Виктором Семеновичем Берковским, который создал в Московском университете ансамбль «Скай» знаменитый, который 25 лет в проекте «Песни нашего века», который замечательный исполнитель Дмитрий Богданов. Я надеюсь, что он споет то, что я его просила. Мне не будет больничать, как Егор. А я очень просила спеть две песни, мои любимые, именно в исполнении Димы. С мамой Галей не забалуешь. Мама Галя нас вывозит в питерское гнездо Глухаря регулярно. Наверное, с этим связан ее запрос первой песни, поскольку там, ну, Бродский, Клячкин, Питер. Вы 90 лет Клячкину все-таки. Да. Так, а где звук? Кнопочка. А, кнопочка. Первая песня на стихи Бродского. Евгений Клячкин.
солнцем палимы, идут по земле пилигримы, увечно они горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета, за ними поет пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да не расстанется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным, что мир останется лживым, да мир останется вечным, может быть постижимым, и все-таки бесконечным, и быть на земле закатом, быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Иллюзия и дорога. Браво! Я тут тоже как-то так не понимаю, как правильно, как Клячкин сочинил или как Бродский. Там немножко строфы по-другому поставлены, но я до сих пор... Вот сейчас уже и не помню, как я пою, как Бродский или как Клячкин. Да, кажется, все-таки как Бродский. Нет. Женя как по-другому отобьет. Егоров говорит, как Богдан. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну да, я тоже всегда поражался этому Галиной способности сразу несколько форм одного и того же произведения в голове держать. Для меня это всегда тоже большая проблема была, потому что со Скаем мы пели песни Берковского одни по одной форме, с Берковским по другой, и, в общем, это нужно было как-то уметь переключаться. У Гали эта особенность просто потрясающая. В ней присутствует, а также много других замечательных особенностей. С днем рождения, дорогая. Спасибо. Ну вот, это номер, который довольно длинный, но мне особенно приятно его петь здесь, потому что он как бы отсюда родился. Вот здесь, на этой сцене, несколько лет игрался спектакль «Чему сей фраг». Я играл роль папеньки Степана Степановича Чебукова. Рома Ланкин играл роль жениха Ивана Васильевича Ломова. Вообще-то это чеховское предложение. Либретто написал Дмитрий Сухарев. А музыку написал Сергей Никитин, который сегодня нам всем позвонил, приехавший в Москву. И вот я, значит, роль невесты играла Ира Сурина. Но, да, не слышно? Мне тут прям орёт. Правда? Ну, под мониторах нет, поэтому я... Хорошо. А я, наоборот, есть. Есть вроде, все есть. Нет, Антон, все хорошо. И вот я сейчас вам покажу первую сцену. Ну, по замыслу режиссера она не первая, там еще некие преамбулы, а у авторов она была первая. Степан Степанович Чебуков что-то тут на сцене творит, делает, как-то налаживает быт. И вдруг является сосед почему-то во фраке. Степан Степанович не понимает, в чем дело, и, обращаясь к нему, поет следующее. Я буду петь за обоих, как вы понимаете. Степан Степанович. Голубушка моя, Иван Васильевич, ходите смело. Степан Степанович, я, Степан Степанович, я. Да говорите, что у вас за дело, к чему сей фраг, голубушка моя, зачем душа моя так чинна? Ведь мы соседи, как-никак, соседи, как-никак, так в чем причина? Степан Степаныч я, Степан Степаныч я, приехал к вам просить. Не денег ли? Просить приехал, приехал к вам.
Вьетнам. Приехал к вам. Вьетнам. Приехал к вам один лишь вы, хоть я ничем не заслужил, помочь не можете, хоть я ничем не заслужил, но я приехал к вам. Вьетнам. Приехал к вам домой. Да не размазывайте, ангел мой, что надо говорить в раз. Сейчас. Сейчас. Простите за то, что слова бестолковы, за дерзость простите меня. Но право нам плохо, вы чубуком родней, чем родная родня. Я чувствую сердцем, я знаю, наверное, что семьи так чудно близки. Вот я и приехал просить дерзновенно Натальи Степановны руки. Натальи Степановны руки. Повторите еще раз, мамусенька Дуся, красивые эти слова. Я так рад, что ушам своим верить боюсь, и кругом пошла голова. Так я на согласие Натальи Степановны рассчитывать все же могу. Красавушка Тошенька, вы ей желанны, скорее за ней побегу, а ей не гугу. Ох, заждалась моя Наташка-женишка, но ведь не принято, что мне в кица мимо бы бросались. Терпи, голубушка, терпи, и вот такой красавец, и сразу все тебе в рак и сердце, и рука. Жених, приду домой, меня жена встречает нежно. Оно, конечно, оно, конечно. А холостяцкое житье, оно кромешно. Оно, конечно, оно, конечно. Оно, конечно, я вдовец, увы, вдовец. Но ведь вдовушки у нас в уезде обитают, и чувство нежное порой к нам вдовцам влетают. А мы сами, как-никак, невест, сердец. Дуэт. Небесный ангел в белых кружевах встречает нежно. Оно, конечно, оно, конечно. Ау, вдовца, ау, холостяка, житье кромешно. Оно, конечно, оно, конечно. Оно, конечно. А ну-ка, не-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 
Дмитрий Богдан. Ну вот, я сама песники это не играю. Мы сейчас с вами вместе попробуем с Димой, с ним очень хорошо поется, когда он играет. Давайте споем какие-то народные песни, вот в частности, «Бридж Вуву», например. Как вам это? А? Притулилась под скалою про тебя жужжит над ухом. Вечная пчела, причмула, причмулы, причмуле, причмулу, причмулою. Про тебя жужжит над ухом. Вечная пчела, причмула, причмулы, причмуле, причмулу, причмулою. Был и я мальчуган, и в те годы не раз про зеленый чинган слушал мамин рассказ, как возил детвору причмулу тарантас. Тарантас назывался арбою, и душ
душа рисовала картины в тоске, будто еду в орбе на своем пешаке. А Чимганские горы царят вдалеке, и безумно прекрасны собою. Но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню, какого числа, что сгорят мои годы, и вовсе дотла, но пустые, как дым, разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой, и вдвоем со своею, еще не вдовой, в том краю провести свой досуг трудовой, где сверкают Чимганские горы. Сладострастная трава, золотая бричмула, дичина притулилась под скалою, под скалою про тебя жужжит под ухом вечная пчела. Бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмуло. Я в таком темпе не могу. Мы залезли в долги и купили арбу, запрягли ишака со звездою во лбу и вручили свою отпускную судьбу ишаку за знатоком Туркестана. А на Крымском мосту вдруг заныло в груди, я с арбы разглядел сквозь туман и дожди, как Чимганские горы царят впереди и зовут и сверкают чеканно. Я арбу обживаю свою и удвоил в пути небольшую семью. Будапешт и Калуга, Париж и Гильдию любовались моею арбою. На Камчатке и шаг угодил полынью. Мои дети орут, а я песню пою, и Чимган освещает дорогу мою и безумно прекрасен собою. Сладострастная трава, золотая бречмула, дичина притулилась под скалою про тебя жужжит над ухом вечная пчела, бречмула, бречмулы, бречмуле, бречмула, бречмулою про тебя жужжит над ухом вечная пчела, бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулою. Песню Юрия Висбора «Ключ», на самом деле... И Сергея Никитина, тоже юбилярный. И Сергея Никитина, да, 80 лет. Ну, просто он молодой. Им-то всем по 90, а Сереже всего 80. Юрий Висбор. Да. Нет, я себя слышу прекрасно. Антон, сделай так, чтобы он себя не слышал, тогда он будет поближе петь к микрофону. Когда-нибудь страшно подумать, когда сбудется день иной, тогда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно. Тогда мы пробьемся сквозь полчища туч и через сизе ветра. И вот старый дом открывает наш ключ в ваших других мирах. Когда мы вернемся в разлуку из ямы, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда в молодые года обнимем мы наших любимых подруг, скинем рюкзак с плеча, в знакомую жизнь, в замечательный круг бросимся сгоряча. Там август вонзает, как милые лучи, тёплым стоям в бока. Там тянут речные буксиры в ночи на длинных тросах с
закат. Когда мы вернемся, разлуку изъятой с груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года, тогда в молодые года. Другие ребята за нами пойдут дальше, чем мы с тобой, а нам оставаться по-прежнему тут, что ж отгремел наш бой. Но если покажется путь невезуч и что на покой пора, не даст нам покоя ни память, ни ключ бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъятую из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вернемся, мы скажем, что все позади. Но вряд ли удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года, тогда в молодые года. Спасибо большое. Детка, иди споем «Надежды маленький оркестрик». Это про нас, всех сидящих здесь в зале. Веста. Когда внезапно возникает еще неясный голос друг, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Когда разлук, когда смятение, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, когда командовал людьми. Рнык пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стер. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Летись, как юный князь сидящий, и вечно в сборе с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Спасибо вам за любовь. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо моим дорогим друзьям огромное. Спасибо. Земля еще вертится,
пока еще ярко свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня. Земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть. Дай передышку щедрому, всегда в этом и в других залах. Давайте встречаться чаще. Спасибо.